27 января в Омске прошел 31-й рождественский полумарафон. На Соборной площади стартовало около 1000 бегунов из 26 регионов России и 15 зарубежных государств. Теплая по сибирским меркам погода благоприятствовала бегу. Спортсмены взяли высокий темп, а любители бега и здорового образа жизни наслаждались прекрасной возможностью получить яркие эмоции и укрепить свое здоровье. Очень рад. Тепло, в общем, сибиряков безгранично. У меня здесь остались друзья, сослуживцы, однокурсники. Поэтому я здесь прибегаю не только, приезжаю побегать, получить массу удовольствия, но и пообщаться. Все было здорово. Бежал с мамой. Все было как в сказке. Все в костюмах. Я родилась в год тигра, поэтому костюм был однозначно выбран для меня. Ну, рождественский полумарафон для меня всегда радость, всегда жизнелюбивость, потому что все участники поддерживают, подбадривают, особенно когда ты бежишь в костюме, это вообще добавляет радости, и все кричат: «Тигр, давай!» Знакомые вокруг, красивые костюмы, болельщики очень поддерживали, просто неслись сегодня ноги сами. Министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьян традиционно вышел на старт события и преодолел вместе с бегунами дистанцию в 3 километра. Эмоции самые великолепные, погода помогает, но, наверное, больше всего помогает то чувство, когда люди пришли на праздник, не просто на спортивное мероприятие, а это уже становится традицией такой праздничной. В состязании на главной дистанции 21 километр и 100 метров отличный подарок своим землякам преподнесла омская бегунья Марина Ковалева. Спортсменка вновь продемонстрировала высокий уровень мастерства и победила с результатом 1 час 20 минут и 5 десятых секунды. Я, главное, получила заряд положительных эмоций. Этот праздник бега, что у нас первый старт в этом году. Как начнешь год, так его и продолжишь. Дистанция далась достаточно легко. Сегодня очень комфортная температура. Единственное, немного ветер. И зрители, болельщики, участники заряжали энергией, поддерживали всю трассу. В споре мужчин победил бегун из Пермского края Алексей Патраков. Спортсмен финишировал с результатом 1 час 16 минут и 32 сотых секунды. Бежали вдвоем где-то до 7-го, наверное, километра. Потом соперники начали отставать. Я просто продолжил бежать в своем темпе, стараться его поддерживать. В конце уже просто поглядывал на местах разворота, где мог посмотреть, если соперник далеко-недалеко, и старался сохранять просто свой гандикап от соперников. Серебряные медали рождественского полумарафона завоевали омские спортсмены Андрей Ушаков и Тамара Волнина. На третью ступень пьедестала поднялись москвич Фарид Мухаммед Зарифов и омская бегунья Алена Нефедченко.